Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше 40 лет. Она была не хороша, не дурна собою. Трудно и быть хорошей в такие годы. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных казаков, которым не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты, что к ней хаживала голова и дьяк Осип Никифорович, конечно, если дичихи не было дома, и казак Корней Чуб, и казак Касьяс Вербугус, и к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик или дворянин, как называют себя казаки, одетый в кабиняк с ведлогою, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, ну как не зайти к Солохе, не поесть жирных со сметаной и вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатую запаской, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уж верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза. Голова гладил усы, заматывал на ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! Черт, баба!»